Так выглядит подъезд дома по адресу Рихтера 128 после ночного пожара. В 3 часа ночи загорелся мопед и огонь пошел вверх по этажам. Большинство людей, естественно, в это время спали, поэтому вовремя эвакуироваться многие не успели. Мальчики поставили мопед в коридоре. И вот подпалили. Наверное, хотели украсть, а он был на цепу. А он взял и подпалил. И пошло до... И пошло вот это переполох, а люди все спали, где что попало. Почули дым. Я с 9-го этажа, у меня вот сын 2 годика. Когда нас обрезало уже пламенем, я начал орать полностью на весь этаж, чтобы эвакуировать, ну, потому что здесь люди. Вы же сами, мы начали орать, что обрезало огнем и выхода нету. Когда уже МЧС приехала, вытянули вот этот мопед и начали тушить здесь ребята. Только тогда вся гарь поднялась, и нас, МЧСники, приехали, наложили маски, чтобы мы с масками хотя бы спустились с детьми, хоть вышли. Благодаря оперативному прибытию спасателей удалось быстро ликвидировать пламя и избежать жертв. Сейчас сотрудники ЖКС Черемушки, насколько это возможно, отмывают подъезд. На месте работает электрик, однако получится ли быстро дать людям свет, пока не ясно. Вероятнее всего, мопед хотели похитить, однако горе-преступники не смогли отцепить его от перил и решили просто сжечь. Как результат, могли погибнуть люди. По нашей информации, полиция уже открыла уголовное производство. Константин Гречан и Владимир Ившич, телеканал «Репортер».